Это фотография Николая Куана. На ней Владимир Высоцкий в городе Грозном, Чечня, 1978 год. Рядом с Высоцким сотрудники телестудии. Интересный факт. Всем приказали сбрить бороду. Не подчинился неофициальному приказу партии, носил телестудии только дедушка писательницы Полины Жеребцовой. Он с бородой единственный на фото. Студийное прозвище кинооператора-журналиста – Борода. После съемок на телестудии запись с Высоцким должны были уничтожить по приказу коммунистической партии. Дед Полины Жеребцовой Анатолий спас запись. Ему помогали коллеги и друг Георгий Стоцкий, врач и художник. Позднее спасенную запись именно благодаря Георгию Стоцкому удалось передать кинорежиссеру Эльдару Рязанову для документального фильма «Четыре встречи с Владимиром Высоцким». Георгий Стоцкий есть в титрах этого фильма.